Так, обед номер три напоминает мне обед номер один. В принципе, у нас имеется тот же самый лосось. А ну здесь вот орешки. Набор. Хлебушек. Такой вот апельсинчик, мандаринчик. Гей-пэк. Надеюсь, не для геев. Масло и, как обычно, или как мы знаем из некоторых наборов, что не всегда так. Мы получаем пластиковый набор. Вот так вот сегодня выглядит мой обед.